Так вот, давайте вернемся на 35 лет назад. Время-то было правильное. Правильные дети, правильные родители, правильно пили и отдыхали. Но вот подумайте, насколько правильные дети дня сегодняшнего правильно понимают историю. То есть, в принципе, все то же, но откат из года 2014-го перевел нас в часть года 1995-го и поправильнее в 1978-й. То есть, конечно, хотелось бы, по сути, увидеть современный комплекс из крутых горок, многих серьезных вещей, но этого-то в магнитке и не осталось. Было-то два места, но цементный поселок завалился, а то, что было в парке ветеранов, разграблено и сдано на металлолом. Кстати, дело-то сие в аккурат пришло на город от строителя. То есть трест магнитострой все это и сделал. А теперь ждет, когда там вкатают разрешение на строительство. У нас вообще-то все клево делается. Мы в городе металлургов начинаем в большей степени дышать так же, как и доменщик. Потому что у нас в большей степени застраиваются наши легкие. И чтобы дышать хвоей, так не дышится. И за последние 35 лет ни одного парка мы не посадили. И это я вам говорю. Так потому что за последние 35 лет мы могли бы и сделать из города с не самой хорошей атмосферой хотя бы радость-то какую, типа Нижнего Тагила. Но то, что вы видите и сейчас, в скором времени будет погребено. И тут также не будет по сути ничего, потому что в стране с маленькой территорией, совершенно маленькой, мы строим торговые центры. Один над другим. И скоро город из города для металла превратится в город для жилья. Кстати, что такое магнитка сегодня? Это не город металла. Потому как металлургическая территория хоть и большая, но там всего 25 тысяч человек. Все остальное это то, для чего создан нормальный город, то есть торговля. И вот так мы плавненько переехали в год 2014-й. Все то же, что и в 1978-м. Но где? В другом месте. Все те же дети, отмечающие 9 мая. Вот только я не спросил числа и даты. Так потому что моя жена 1978-го их-то и не помнит. А что же нынешнее поколение? К сожалению, наверное, рано или поздно, но через лет 40 уже никто и не будет помнить то, что помнилось мною. То есть я-то знаю, какая это была кофемолка, в которой все жители СССР без разрыва на связи бодались и вытеснили фашизм. Кстати, понятие фашизма сегодня очень странное. Фашизмом воспитали часть Хохляндии. Вы вообще офигели, что ли? Я, конечно, понимаю, что западенческой Украине сильно хочется в НАТО или в Евро. Но там, по сути событий, вы станете только шлюшками и мизерной рабочей силой. Уж поверьте-то мне, я-то покатался. Какой смысл размениваться на это, я не понимаю. Да, мы, по сути, просрали все то, чем гордились. Но теперь-то проще. Обяжи всех получать медицинские услуги в городе. И зная, что на Западе лечится все, наказав варьё, производящее лекарства, мы очень быстро вернем себе то, что нужно. Да и воинство наше сильно. И вот так, и веря в Бога, и понимая, что Бог един, я понимаю, к чему стремился – быть коммунистом. Потому что, зная, к чему я стремился, в Бога я поверил в 1989 году. А дальше начался пипец. Но с пипецом-то можно справиться, дав нам возможность жить. И думаю, это возможно. Потому что есть такое стремление разварить пипец, который нам показали.